друзья! Всем привет! Я рад вас видеть на моем канале. Канал про охоту, рыбалку и многое другое. А вы смотрите этот ролик. Возле вроде, нет? Ну что, друзья, добыл трофей очередной. Выход вообще был красивый. Он сначала прошел. Я думал, выйдет на ребят. Нет, там, видимо, подшумели. Он развернулся и прям вышел на меня. Я думаю, это было все красиво. Остановился и был добыт. Так что в этом видео вы очередной раз увидите, как я добыл. Заполняем бумажки. Негодяй ты! Вот, сейчас будет проводиться инструктаж. Вот, загонная охота на косулю. Ладно, так. Самое главное, что стреляешь? Вов, подожди. Все живы, здоровы? Нет, пусть все. Стреляем. Две косули взрослых. Подпускаем их поближе. Не шевелитесь. Увидали? Не шевелитесь. Стойте. Подпускайте поближе, метров за 30 стреляйте. Не за 50, не за 80, метров 30. 10. Даже можно ближе подпускать. Стойте, не шевелитесь. Да. Шевелюли, все. Я как-то раз тоже за 20 стрелял. Тихо. Стреляем. Патроны 45 градусов вдоль номеров не стрелять. По технике безопасности не положено. Стреляем под, под 45 градусов. И в угон можно стрелять. Пожалуйста. Тоже под 45 градусов. Техника безопасности прежде всего. Нам эксцезы не нужны. Ребят, как готовы, кричите. Готовы. Да, готово все. Отстреляли, все только готово. Передавайте, а то в тот да, раз... по информации. Да. Кричите. Одна или... Два передали, а три и еще один момент, молчит. Ребят, а сейчас, когда на номерах, бить... телефончики выключите, да, иначе... И по телефону не говорим. Ведемся аккуратно. Поехали. Идем на первый загон. Сегодня у нас 16 трюков. И 6 загончиков. Так что, ребят, увидимся на номере. Смотрите дальше. Будет интересно. Ну все, друзья, я на номере. Вот. Зарядился картечь 6,2. Профи Хантер, компания Азот. Закон у нас будет оттуда. Там стоит соседний. Вот так выстроены. И вот так уклон номера. Все, соблюдаем режим тишины. Сейчас начнется закон. Ружье. Браунинг Авто 5. Легендарный мой. С такой наклеечкой. Все. Ждем. Ну что, друзья, прошел у нас второй загон.
пока не можем вытолкнуть зверя на номера. Время уже 11 часов. У нас еще есть пару загонов. Так что надежда не умирает. Вот. Итак, друзья, у нас третий загон. Сейчас ребята идут расставляться на номера. Это то место самое, где я в прошлый раз добыл косулю. Они вот шли вот в этом месте. Я стрелял. И зверь был взят. Вот. Сейчас расставимся и посмотрим.
Готов! Ну вот, друзья, выход на номер. Он сначала пришел туда, развернулся обратно. Меня с полем. Второй раз на этом месте я удачно взял. Ну что, друзья, добыл трофей очередной. Выход вообще был красивый. Он сначала прошел. Я думал, выйдет на ребят. Нет, там, видимо, подшумели. Он развернулся и прям вышел на меня. Я думаю, это было все красиво, остановился и был добыт. Так что в этом видео вы очередной раз увидите, как я добыл. Козлик вроде, нет? Козлик, скорее всего. Коза? Нормально. Ну, она остановилась, я ее бах и все. Ну, кто же тебе по расстоянию? Нет, напротив Димы, я еще думаю, что не стреляю. Нет, он вот здесь, прошел. Он шел, шел ко мне, остановился. Смотри напротив Димы. Потом развернулся, я и жопу только смотрю, помелькала. Вот. Такими прыжками еще такие. Чутко встал за Димой. Ваня, он между нами стоял весь загон. Пока потом загонщик вот здесь вот что-то шуршал. Заметил, он обратно загона пошел. А я стою, то и дело. Он прошел, Серег. Я смотрю, к ребятам пошел. Я сейчас стоял, Андрюх, передо мной. Проводил. Он стоял, я видел, он задинил меня, стоял. Смотрю, Димка целится. А думаю, видел, я увидел, он звонил. Ну я думаю, сейчас он прошел, спокойно ко мне подошел. Я не вижу, вот, он взяли его серый, не видно. Я думаю, сейчас он. Я смотрю, белая жопа обратно. И он, смотрю, фигачит прям ко мне. Ну я жду, жду, жду. О, смотри, вот по месту как. Да, ну это вот как в тот раз я стрелял, вот так. Ну он остановился, я бам, и все лег. Такой, готово! Так, ну сегодня какой у нас? 21. 21 с утра было. 12. 19. 10 дней до Нового Старший. Года. Это я, да, Дим? Нет. Руководитель. Это ты? А это Мирон. Вовка. Акт об организации принятия охоты по разрешению на добычу ресурсов. У нас лицензия. Владимир Николаевич. В лесном квартале 11. Позовем выстрел. Один Ваня стрелял? Да. Как был? Один наверняка. Один. Один? Да, да. Скажу, 15. Да мы стояли когда. Думаю, стояли, слышно ли, один. Других причин нет. А нет, я подождал, нет, когда она остановится. Добычу зверя, вид. Кошули. Возраст 3,5. Самка. Самка. Одна шла. Без никого. Ну, вот, может, она там и проскочила. Ну, которую вы видели. Ну, коронное место. А я ее пропустил. Она пошла к ребятам. Я думаю, ну сейчас там будет стрелять. Она подождала загонщика. Загонщик ее прошел. И развернулась и обратно ко мне. Дым-дым-дым. Закрываем помашка. Так, вот, талоны, талончики. Ножницы, что ли, блядь, подарить? Не надо. Вот. Все, закрыли. Вот акт, вот лицензия. Вот. 10 дней осталось до 31 декабря. Ну вот, ребят, очередной мой трофей. В прошлый раз я на этом же месте, это коронное место, мне кажется.
зверь добыт, команду с полем, а вы не забывайте подписаться на канал. Вань, на своем месте там стоял. Все, всем удачи и пока. На своем месте стоял. Привет мужикам.